Добрый день, меня зовут Дархан Куралханов. Я являюсь сеньор-лектором факультета энергетики и нефтегазовой индустрии. Позвольте мне рассказать сегодня про образовательную программу «Нефтегазовое дело». Нефтегазовое дело – это та отрасль, для которой мы готовим инженеров в течение 4 лет. Студенты первый год обучения берут базовые дисциплины, такие как математика, физика, химия, история Казахстана, философия, физкультура. На 2-м году обучения студенты уже начинают брать дисциплины базовые инженерные, такие как термодинамика, термех, общая гидравлика, сопромат. Начиная с 3-го курса студенты уже берут дисциплины, связанные с нефтегазовой отраслью, такие как бурение скважин, добыча нефти, разработка месторождений, сбор и подготовка, капитальный ремонт скважин и так далее. И, конечно же, на заключительном курсе, на 4-м, студенты пишут свой дипломный проект, исходя из практики тех теоретических знаний, которые они получили, и выпускаются со степенью бакалавра по образовательной программе «Нефтегазовое дело». Наша цель – это подготовить инженеров, которые смогут решать задачи нефтегазовой индустрии. Для того, чтобы хорошо обучаться на образовательной программе «Нефтегазовое дело», желательно, чтобы наши студенты хорошо освоили такие дисциплины, как математика и физика. Поэтому вам необходимо сдавать на ЕНТ математику и физику. В течение 4 лет вы будете обучаться базовым дисциплинам, благодаря которым вы сможете работать в нефтегазовой индустрии как в добывающих компаниях, так и в сервисных компаниях. Что касается карьеры, то наши выпускники довольно-таки очень востребованы в индустрии за счет того, что они проходят довольно-таки требовательную образовательную программу в течение 4 лет. И те выпускники, которые имеют высокий GPA, высокий средний балл, у них очень большая вероятность получить очень хорошую работу на выходе, как в национальных компаниях, так и международных. Так в чем же преимущество нашей программы? Преимущество нашей программы заключается в том, что у нас очень хорошие лаборатории, где студенты могут пробовать работать на разных инструментах. Также у нас очень хорошие софты различных нефтяных компаний, где студенты практикуются, работая на этих софтах. И, конечно же, необходимо отметить ППС, факультет энергетики и нефтегазовой индустрии, который состоит из очень опытных преподавателей, также преподавателей, которые провели около 10 и более лет в индустрии, и которые с радостью делятся своими знаниями и опытом с нашими студентами. В целом, те ребята, которые обучаются на ФНГИ, очень довольны этой программой. Они получают хорошую работу и могут также продолжать свою карьеру либо в нефтегазовой компании, либо в Казахстане, либо за рубежом. Также многие из наших выпускников поступают на магистратуру, как и казахстанских университетов, так и зарубежных университетов. Благодарю вам за внимание. Добро пожаловать в КБТУ.